Доброе утро всем! Сегодня прекрасный день, осенний. Мы сделали вылазку за грибами и увидели такое вот поле. Видим, ходят люди. Мы решили сюда прийти. Это место для шампиньонов. Вот такое место. Ну, прошли немножко и нашли. Мы просто едем за нашими. Вот один стоит шампиньончик. Прекрасный, замечательный. Я его выкручу. Шляпка розовенький. Видите, хорошенький. Идет в наше лукошко. Лукошечко. И рядом следующий есть тоже шампиньончик. Красивая шляпка, красивый, не молоденький, но хороший. Тут решили пробежаться здесь, посмотреть. Это такие вот прекрасные места для шампиньонов. Это травка, поле. Шампиньончики любят такие места. Есть? Ну, покажи. О, красавцы, молоденькие такие. Это не с магазина. Эти запах имеют. Эти красавцы. Красавцы. Аромат у них. Ножку оставляем, чтобы следующие вырастали. Есть. Ну, мы сегодня решили насобирать зонтиков. Мы узнали прекрасные рецепты, поэтому решили, мы едем за зонтиками и покажем вам, найдем мы что-нибудь. Мы в прошлый раз видели, и я хотела вам их показать, как несъедобные грибы, а когда мы разобрались, оказали, что они съедобные. Поэтому мы просто забежали, да, я покажу, вон какой красавец. Нет, это не сырышка. А, нет, все, не берем. Нет, это съедобный. Типа, съедобный, но не сыры. Типа, но сырышка, не... Типа... Не шампиньон, поэтому мы не берем его. Мы смотрим, вот такая травка красивая, и они любят произрастать в травке. Трава, поле, это места для шампиньонов. У нас на нашем газончике уже есть два прекрасных шампиньона. Если наша подружка Дашка, собачка у нас, если она их не съест, я вам их покажу. Ну, вот такие прекрасные места для шампиньонов. Такое место замечательное. Тоже должны быть шампиньончики. Все, едем мы дальше, друзья. Покажем, какие мы сегодня грибочки найдем, насобираем. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. До новых встреч в эфире.